Почему Сосаев дали название осьминога? Потому что его руки, он постоянно был в движении, он двигался и атаковал, Of course, you can see many people teach things, which is good. Многие вы Okay, now, step, knife, okay? Вы увидите, что многие учат, и они хороши в таких вещах, вот как сейчас он покажет, но... When the police come to me, Когда полиция к нему придет, он же будет мертв, он скажет, что he's crazy. Он he's сумасшедший, он зарезал себя сам, то есть я его не делал. So, step, there, Я говорил, он сам себя зарезал, нож у него в руке остался. Может быть, он выпил слишком много и решил самоубийство совершить. У вас, говорит, есть трюки. Вот этот вот элемент. Хватает обязательно за запястье и подталкивает в него. Что? Или есть вариант, подбивает, выводит руку в сторону, чтобы он не достал его ножом. Then go in. Look at that. If he's got the knife there, take him that way. Where the knife is, I have many weapons. Много оружия есть, вариантов для нанесения атаки. Этот, говорит, мой элемент больше нравится. Если, говорит, он ударит его, он нагрузит. Я работаю сюда. Посмотри сейчас на его лицо. Вы должны видеть, вы можете видеть, как ваше тело работает. Никогда не играйте. Делайте это по-настоящему серьезно. When the time comes. Потому что когда время придет, если вы баловались, играли, вам это не поможет. And in my day in Japan, его времена в Японии, it was quite dangerous. Было достаточно опасные времена. Because you had a lot of yakuza, Было очень много якудза. They all wore knives. Они, говорят, все были с ножами. It was part of their dress. Это было частью их одежды. Just like the Scottish people when they get dressed in skirts, they have a knife. Шотландцы в носке всегда носят нож. То же самое. So they were very dangerous. Они были очень опасными и страшными людьми. The Yakuza people knew. Но якудза знали. Ояма карате at that time. В то время, кикушин назывался Ояма карате. И они знали, что есть такие люди. We never wore badges. У них не было бейджов. But just the way we walk. Потому как они шли по походке, потому как они несли доги, они знали, что это они.